Вот вы скажете, нахрена тебе грузовик или здоровая машина? А я скажу, зачем. Смотрите, что сейчас произойдет интересного. Сейчас мы с вами увидим всех, кто к ним присоединен через сетку. Я тебя спас, между прочим. Ой, трусы-то прикрой свои. Он косит под чувака из «Призрака в доспехах». She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Ладно, пойду потихоньку, чё. Wait. Музыка у нас играет. Добраться до НТВ хотел сказать. На башне H8. Позднее время? Чего? Мисти, почему ты невидимые карты разложила? Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы с вами снова в мире игры Киберпанк 2077. Кстати, если вы не помните, чем мы с вами занимались в прошлых сериях, справа вверху будет буква «Ай», нажимайте, не стесняйтесь, там я размещу плейлист по игре Киберпанк 2077 и несколько других интересных плейлистов, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики, а мы с вами продолжаем наше похождение, а если быть точнее, нам надо с вами сгонять кровь и кость. Анатомия убийства — это что? Найти киберпсихопатов. Почему-то их сейчас пока нету. Ну, раз она не звонит нам, наша заказчица, то значит, в принципе, пока киберпсихопатов у нас нет. Кровь и кость — это что-то с очень высоким риском. Где это? Поговорить с тренером. О, с тренером и очень высокий. Но у нас пока нету имплантов никаких боевых ручных. Поэтому, в принципе, привет из прошлого сейчас с вами забомбим по-быстренькому. Сколько километров? Радужная каденция. Че это? А, 400 метров. Ну и ладно, поехали. Поехали в радужную каденцию сейчас сгоняем. Тихо. Сейчас заедем в каденцию и посмотрим там пластинки. Своеобразная машина, кстати, из всех машин в этой игре мне пока понравился только росаковский грузовик. Багги. Твою мать, опять менты. Да идите вы в пукло, ребята, ну что вы. Песня очень такая нравственная и интересная, такая интеллектуальная. Так, ребятки, хватит, прекращайте мне тут, значит, под колеса заезжать. У этой тачки накат просто дикий. Например, у электрогрузовика с площадкой, такой, который платформа, у него вообще тормоза. Просто газ бросаешь, он сразу прям, вкопанный встает. А, блин, вот эта тачка, она сама ездит, он вообще пипец. Да хватит меня разыскивать, алло, мужики. Мужики и дамы, хорош. Хорош. Че они там мурыжатся, а? Мне в каденцию надо попасть, они там мурыжатся. Ну? Ну чё за хрень? Ну ладно, кружок прокатимся, чё теперь? Вот эти вот грузовички прикольные. Твою мить, ну что ж такое? Вот эти вот грузовички вообще. Они, кстати, вот вы скажете, нахрена тебе грузовик или здоровая машина? А я скажу, зачем. Во-первых, большая машина имеет огромный плюс. Вот у этого, кстати, автобусика тормозов нет вообще. Блин, 150 метров. А я, наверное, зря сюда заехал, да? У большой машины есть огромный плюс. Ее можно подставлять к какому-нибудь балкону и абсолютно без затруднений заезжать и использовать ее в виде лестницы. Давайте-ка вот этих чувачков сейчас нагнем. Гля, они, кстати, очень легкая мишень. Мы можем сделать вот так. Я уже так делал. 100 раз, между прочим. Ты, Славик, не очкуй тоже. Если ты даже не Славик, то все равно не очкуй. Вот так вот делаем. Чпеньк. Чпеньк. А ну... Ах ты, петушара. Не хочешь отмечаться, ты смотри-ка. Ты куда пошел? Куда пошел, говорю, отметку дай поставить. Еще один, смотри-ка.
Это как так? Блин, игра, конечно, не без багов, просто пипец. На самом деле есть фишка запрос. Семеру! А через тебя запрос. Шестерка. А через тебя запрос закинуть. Семерка. Блин, дорого. Поэтому мы, чтобы не платить такие огромные ресурсы, мы просто пока их взломаем. Зайдем с 1С55. Ну ладно, хотя бы ледокола закинем. БДшки не было. Вот это вообще полный отстой. Сколько теперь энергозатраты будут? Семеро. Окей. Семерка. Теперь мы закидываем запрос за пятерочку. Вот, было 7, стало 5. Смотрите, что сейчас произойдет интересного. Сейчас мы с вами увидим всех, кто к ним присоединен через сетку. Кто в их сети находится. А что-то немного их, кстати. Отметил, отлично попался скот. Ведь этот скот тоже попался, вот этот скот. Да дайте отмечу. Во. Теперь просто берем вот так вот, чпок. И вот так вот мы с ними работаем. Вообще абсолютно, абсолютно беспроблемная тема. Перезарядка 30 секунд, урон нормальный, причем урон наносит целым вообще целой пачке врагов. А этому вообще четверочка, смотри, он слабенький такой. Слабое звено. Видите, когда работает? Это просто потрясающая вещь. Можете договориться? Да о чем вы договоритесь-то, ёшкин кот? Договариваться не собрались. Глянь, тут камера есть, оказывается. Здесь, оказывается, есть камера. Хотя, в принципе, мне зачем камера-то это нужна? Камера-то мне не нужна. Просто берем и закидываем замечательную вещь, называющуюся заражение. Блин, восьмерка, дорого. С музончиком стоим на расслабоне. В люксовой тачке. Смотри-ка, тут салон какой. Ух. Ух, салон какой. Вы в жопе? Я знаю, что вы в жопе, чуваки. Вы в полной жопе. Вы даже не пытаетесь понять, кто вас убивает. Ну-ка, сколько этот... Сколько замыканий этому чуваку нанесет урон? Ну, неплохо, слушай, неплохо. Ох ты, мать его, она добила. Смачно. Я совсем доволен. Да тихо ты, стой. Стой, не шевелись, красава. Молодчинка. Давай. Получай свою дозу, передавай своему другу. Перешли это сообщение по цепочке, и у тебя все будет в жизни хорошо. Это хоть... Но... Так вообще нет, ты. Замыкание нельзя кидать, потому что... Надо заражение кидать. Тому чуваку не передастся тогда. Давай, перекидывай своему дружбану. Перекинул? Ах ты, скотина, не перекинул своему дружку. Ах ты ж, ублюдок, единоличник-то какой. Раз, два, три, четыре. Ты кто такой? Оперативник Макс Так. Ты такой ничтожный, чувак. И все, меня здесь, смотрите, меня здесь и не было. Васян. Даже Васяна мне заслать попытались. Смотри-ка.
Ну не попытались, он мне в принципе и придет, Васян этот. А Васян это то, что я сейчас загорюсь. Нет, смотри, я не загорелся. Вообще блеск, не горю даже. А это, между прочим, то самое место, да? По-моему, да. Надо, кстати, скачать пак музыки из Киберпанка. Мне очень понравилась музыка. Что-что, а вот в Киберпанке музыка — это вообще зачет. Какая падла мне пыталась закинуть Васяна? Коп? Оперативник Макс Така мне пытался закинуть? Я не думаю, что оперативник Макс Така мой враг. Овертюр? Давай, ладно. И М-гранату тоже давай. Кофе с синтомолоком. Ускоряет на 10% ускоряет восстановление на 50 секунд. Ну, давай. На этой можно кататься? Блин, какой отстой, на ней нельзя кататься. V8 кристалл. Копперхед крутой. Так, ладно. Если мы сейчас много оружия за раз наберем, то я потом просто сломаю голову себе, не разберусь, что почем, чудо... Чего куда? Эпическое, необычное. Этот эпический овертюр. А, он эпический, потому что у него целых три слота. Ячейка прицела, ячейка модификации ствола и ячейка модификации. Ух ты ж мать твою за ногу, ну-ка. Прикольно. Однако, да? Копперхед, кстати, я только что нашел, у которого 145 урон. Поэтому мы можем пересмотреть наше наличие в инвентаре копперхедов и просто сравнить. Вот этот копперхед, например, 124, это полное днище, поэтому мы его, в принципе, можем переработать, даже не глядя. Взять тот копперхед, а вот этот вот овертюр, мы сейчас с вами протестируем, в руках покрутим. Модификация ячейки. Ну-ка, что это? Повышает вероятность критического попадания. Короче, плюс вот этого овертюра не в том, что он какой-то там особый, а в том, что у него много ячеек апгрейда. А это, в принципе, достаточно круто. С другой стороны, в принципе, оно нафиг и не надо. В принципе-то, если подумать. Вот наш крутой овертюр. А вот этот овертюр, он, блин, он даже и стоит дешевле. 35 электро, 5 поражения, 2 голова. 35, ну 56, десятка возможность критического и 2 коэффициента. Это сколько? Пятерка, вероятность поражения током, тра-ля-ля, туда-сюда. Что-то какой-то вообще отстой. Удалить. Нах. Так, это мы с вами сделали. Кстати, создание, улучшение. Например, хочу улучшить вот этот пистолет. Я его могу улучшить в связи с тем, что оно редкое культовое. Да? Редкое культовое же оно, да, редкое культовое. Хаос. Будет не 19-23, а 21-26. Всех материалов хватает. Стоимость у него сохранится. В это оружие легко влюбиться, но довериться ему очень непросто. Возможно. Урон в секунду, кстати, останется ровно тем же. Случайным образом выбирает тип урона. Блин, на самом деле очень странное оружие. Очень странное оружие. Я бы, если честно, я бы попробовал улучшить... Акира она называется... Подожди, как же она называется-то? Сейчас вспомню, сейчас найдем.
Вот она. Ашура, Акира. Ух, сколько на тебя нужно материала. Слушай, ну оно того стоит. Увеличивает урон на 71700. Увеличивает урон на 77... О, так на 6000 почти увеличивает. Даже больше, чем на 6000 тут. И здесь более чем на 6000. Плюс урон 118 в секунду. Блин, это того стоит. Это реально того стоит. Сколько чего мне нужно? Обычных 20. Необычных 15. Редких 8. Редких компонентов 8. Эпических 4. И эпических для улучшения тоже 4. И в принципе, блин, ашура эпическая. По сути это, блин, если его пару раз апгрейдить, то да. Короче, сейчас мы сохранимся. Вот это мы сейчас закончим. Так, наш копперхед. Теперь он наш, этот копперхед. Вы перегружены, я знаю. Я знаю, что я перегружен. Копперхед. 145, электроурон 18. Кстати, тот, который мы переработали, он был реально хуже. Копперхед 130. Термический. Вот этот копперхед мы перерабатываем. Ячейка прицела, глянь. Он, в принципе, пустой. Отлично. Все, теперь мы с вами в выигрыше в этом смысле. Так, это что такое? Пульсары. Я вообще, в принципе, никак не хочу использовать боеприпасы. Чувак, в тебе ничего нет. В тебе, чувак, банковские высокие кеды, бирюзовая стена. 3,2. А что такое отстой, чувак? Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно такую дрянь носить с собой? 3,2. У меня бирюзовая стена, вот она, ёптиш, 24, а это 3. Откуда такое вообще взялось? Позоруха, господи боже мой. Ладно, это номер раз. Номер два, мы теперь пульсар тот перерабатываем. Да, он нам, в принципе, вообще ни в одно место не впился. Так, что нам дают? Получены обычные компоненты и необычные компоненты. Жаль, количество не пишут. Может быть, я просто немного... Не хватает у меня ума, чтобы понять, сколько компонентов они пишут. Может быть, они правда пишут. Ладно, я хотел после всех вот этих манипуляций сохраниться. Сохраниться. Ух ты, опыта дают. Еще, кстати, за переработку еще и опыт дают. Ну, вообще кайф. Так, создание, улучшение, ашура... Улучшить. Теперь следующая ступень. Гля, так здесь вообще просто круто. Можно улучшать, улучшать, улучшать и улучшать. А цена та же, между прочим, остается. Как теперь она называется? Просто ашура и ашура. Ну, походу, да. Эпическая ашура и хрен бы там вообще и ничего более. А это, кстати, наш пистоль. А, нет, это не наш пистоль. Это обычный Лексингтон. Смотри-ка, можно и броник улучшить. Че он даст? Носимое на 5, на... Это то же самое. Такое ощущение, что оно все, в принципе, улучшает исключительно только вот эти вот базовые какие-то вещи. Типа там урон, урон, а особые какие-то фишки не добавляет. Вот это наша ночь. Да, это угасание ночи. Причем здесь на улучшение вообще особого ничего не требуется. Необычная, культовая, стандартная, стандартная. Урон чуть-чуть побольше будет, вообще чутка. 15 тех, 20 этих, ну, в принципе, туда я даже ничего не потеряю. Дальше. 40, 60, 40, 80, 60, 175. Заблокировано. Повысить уровень, чтобы улучшить этот предмет. То есть, в принципе, достаточно сильно мы его улучшили. Это учитывая, что на нем стоит глушитель сейчас на угасании ночи. У него урон 141 с глушителем. Ребята, с глушителем. Фу, а это что за херня? Химический. Ууу, ну-ка, минус глушитель. Ууу, какой отстой. Какой отстой, друзья. Как это можно с собой носить? Это позоруха. По типу. По типу, по типу. Давай, по типу. Сейчас мы
Отсортируем и посмотрим, что мы будем смотреть. Копперхед, Копперхед. Где мой другой Копперхед? А, у меня их всего только два. Вот этот и вот этот. Химический, электрический. Подожди, это точно он? Тот Копперхед я точно оставлял новый. Ну, походу, это вот он. В принципе, чтобы не таскать очень много одинакового оружия. Электрохимический. Электро. Блин. Тогда, в принципе, нам вот Аякс стоит разобрать. Блин, а Аякс-то значительно дороже, смотри-ка. Он просто тупо реально дороже. Тогда мы, пожалуй, тогда вот этот вот Копперхед переработаем. Возьмем вот этот Копперхед. Накинем на него 5.25, 10.30. 5.25, а давай 5.25 накинем на него. И кристалл 47, 0.25, 50, 30, 30. Плюс 50, наверное, мы возьмем, да, с вами? Вот этот плюс полтинничек. Вот это бомба, да. И вместо вот этого сейчас мы возьмем свой замечательный апгрейженный пистолет «Ночь», «Угасание ночи». «Угасание ночи». Где ты? Кенсин. Где мое «Угасание ночи»? Вот оно, мое «Угасание ночи». Это с глушителем. А если глушитель убрать? С глушителем 135. Вот так. 158! Это просто жопа! 158! Офигеть! У меня у винтовок такого урона нет. У-у-у-у. Вот это, блин, поворот! Давай Хякуме на него поставим. Глушитель уменьшает, всего лишь уменьшает урон на 30. Тайпан — это вообще дно. А вот Алекта уменьшает урон на 15. Причем сохраняет 2,5-кратный урон. Слушай, это просто блеск. Это просто блеск, ребята. Это блеск. Создание у нас прокачано. Ты смотри. Ты смотри. Ну, при оперативнике я не думаю, что стоит стрелять. По крайней мере, кстати, я не жалею вообще, что я потратил сейчас эти ресурсы. Нам бы здесь сейчас развернуться с вами. Так, что там у нас? Блин, зеркал нет, вот это полное днище. Будь наказан тот человек, елки-палки. Ну, наказан как-нибудь, не знаю там. Закончится чай в один прекрасный момент, когда захочется чаю попить. Но в итоге все равно ему кто-нибудь его принесет. Не, вообще не надо ничего никому желать. Просто человек тот, который... О, подожди, а это такая же, как у меня тачка? Просто в один прекрасный момент этот человек должен понять, вот проснуться и понять, слушай, зачем мы вообще здесь... Это другая. Это другая, это микроавтобус. Ну-ка. Слушай, у них как салон похож. Как у них салон похож. В общем, зеркала сюда надо было обязательно делать. Обязательно. Я не понял, я походу туда заехал, и солнце меня слепит, и ни черта не вижу. Я на тротуар заехал. Ух ты, звучит, слушай, звучит. Как нам туда спуститься? Ага, а туда никак не спуститься, надо парковаться на тротуаре. Как обычно, как мы любим. Это чисто российская фишка. Припарковался на тротуаре и все, и доволен. Тихо, тихо, тихо. Похоже на Nine Inch Nails что-то вокалом. Только хорошая музыка, сразу приходится покидать транспорт. Девушка, девушка, вставайте. Я, наверное, надо отъехать, чтобы она могла встать и уйти.
Девушка, вставайте. Я тебя спас, между прочим. Ой, трусы-то прикрой свои. Глянь, так бы она под машиной валялась. И никакой благодарности. Слушай, давай я тебя спасу. Just fuck off, please. Чего? Зачем? Я тебя спас. Я ее спас, она меня просит уйти подальше от нее. Только матом она это просит сделать. Я, блин, матом тебе б сделал, но не буду. Я же не такой, как она. Hello. Да что ж такое-то? Ну почему? Какая аппетитная крыша, что не пробьешь. Да-да-да, именно крыша, не надо думать там ничего. Как мне спуститься вниз? Алло! Всяких крыш долбанных, как понаделаю. Так, где моя каденция? Мне в каденцию срочно надо. Джонни, pretty sure they turned your great spot into a slurp shop. Mindless fucking consumerism wins the day again. Point for the other team, huh? Huh. This is why you don't bring back fallen warriors. Sooner or later, they're gonna see everything they fought for is turned to shit. Чувак, ну ты это увидел. Как все твои идеалы превратились в дерьмо. Слушай, у тебя что-то ручонка какая-то странная. I'm ready. You ready? Hey. You ready? Но не я ready. Been in Night City long now? Long enough to know I should not answer seemingly harmless questions. Eat, pay, and be on your way. Know anything about any bootlegs from the Rainbow Cadenza days? Like, say, I don't know, samurai stuff? Samurai. Samurai. Oh, you're not that ugly like red face on black? Yeah, even I know that one. Old guy comes by here sometimes wearing their shirt. Spends the whole time yakking with his psychofan friends. Wouldn't happen to know where I could find him. You can find him living back in the 2020s. But besides that, he's out there at the moment. Meaning he does his shopping there. I mean, you can do yours at his spot. Assuming you'd even want to. He sells ancient dusty tapes of ancient dusty indie bands. No one's heard of a single one of them. Green. Thanks. Круто. Если эти группы никто не слышал, значит там музыка действительно будет интересная. Хотя далеко не факт. Вот он, странный чувак. Hey, I'm looking for some good tunes. Got any laser pop? Something from us cracks? Don't sell no scop here. You either want good music or rainbow bright shite. Chill, Chum. It's just a joke. Laser pop? Fucking laser pop? Here? At my stand? I heard I can get some decent tunes here. What you mean by decent? We got Cartesian Duelist. Да вон у тебя самурай висит. Any samurai? Kid, you even gotta ask? Never fade away. Dancing with my axe, chipping in. You name it, we got it. Silverhand was the one true messiah of rock. I'd hand them records out like candy if I could. But a guy's gotta eat. О, ты главный фанат. I see I found Silverhand's biggest fan. And proud of it. Today's bitty box rockers can't even touch him. Silverhand had something they couldn't even dream. A Silverhand? He had that fire, kid. Fire! Guy shook the foundations of the corporal world. He died for his ideals. Doesn't matter, he was also kind of a terrorist. Blaze way down the rebel path. А ничего, что у меня твой идол в башке сидит, я с ним периодически разговариваю. Looking for the real deal. Like, say, bootlegs from Samurai's first gigs. Fuck! First, you have got no idea what you're asking for. Not if you're so chilled about it. Don't know how you found out about them bootlegs, but forget it. Not gonna give them to the first gonk off the street.
embarrassed to invite your co-workers over? Apartment really wouldn't work. Available for rent today. Я знаю, что Джонни сказал Керри на прощание. Hey, I ain't a poser. I know everything there is to know about Silverhand. Go on. Impress me. Know what he told Carrie the last time they met? Fuck this band. Not your crowd. Not your noise. Do your own thing. Yeah, sure. I could think up a million conversations we had. There were no witnesses. Ах ты старый петух. Would the first gonk off the street know what they tell new Arisaka suits? They say, if a collar in training doesn't make deadline, the ghost of a man split in two will get him. Of course, nobody remembers the ghost is Johnny. All right. I'm impressed. Getting someone from Sokka to tell you that. You're not joking. You're really a Silverhand fan. Ну нет, конечно, ты что, дурак? Я просто выделываюсь. When the other kids were learning chrome crayons, I already had chipping in down by heart. Well said, kid. Getting a little misty-eyed. You're all right. Hey, anyways, gotta educate the youth. Maybe you'll find something special under the table. Come on, have at it. О! Виниловая пластинка. Обычная, обычная. То есть он, в принципе, мне все... А, вот! Запись концерта самурая. Стоит бешеных денег. Идеальный подарок для меломана или позера. Или позера, правильно, не знаю. Позера, наверное. Позера. 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 Ну, хер его знает, короче, не знаю. Артефакт ушедшей эпохи. Ну, давай-ка мне бесплатный диск. Бесплатный дисочек я, пожалуй, возьму. 62. 51. Ячейка модификации одежды. 4 штуки. Футболка с тура самурая. Я одного не понял, почему в роликах тизерных главного героя, или даже не главного героя, кого-то звали самураем, я не знаю, там вот главный герой, которого душил этот, кто-то там его душил, кто-то там на него наезжал, самурай был с таким светящимся воротником. Короче, странно. А герой главный, это Ви вообще. Интересно. Take it. Spread the good Silverhand word. You know, they say time is the best teacher. Used to think that was true. But look at that guy. 60 at least, but still living in 2020. Guy's your biggest fan. You not happy to meet him? Blusaka Tower to smithereens, and it's still standing there. Just the same. Don't want people getting stuck in a rut, stuck in the past. Want them to change. Them and the world. Да, в принципе, взрывами людей не изменишь, наверное. Let's get out of here. 60 years. Something must have changed. No, it changed. The damn facade. Fresh interface plugs, new high fructose scop syrup and fun fruity flavors. A new face of Arisaka, same old shit. Different packaging. Well, something's changed. Maybe we can't see it, but it's changed all the same. Sure. Now almost nobody remembers when a person wasn't just a meat bag full of second-hand implants. Мужик, ничего, что я сам с собой тут поговорил перед тобой, когда ты мне пластинку дал. Хорошо, все в порядке, спасибо. Я доволен. Встретиться с Такэмурой. Теперь, в принципе, все. У нас остается анатомия убийства, которую мы не можем пройти. А поговорить с тренером у нас просто пока прокачки достаточной нет. На машины я пока тратиться, честно говоря, не хочу. Поэтому, в принципе, поедем-ка мы встретимся с Такэмурой. Мне надо выбраться наверх к моей машине. Ну, к моей, не моей. К моей чужой машине. Кому нужна лестница снизу? Мы поднимаемся только с середины лестницы. Так делают только избранные. И вот так тоже делают. Оп-оп-оп-оп-оп. Главное, в дырку в ту не упасть. Здорово. Why has everyone got it out for me? А чё, нет, что ли, нельзя? Стоп, я не туда пошел. Мне надо вот сюда.
Так, девица полураздавленная здесь. Не, нету, смотри-ка. Здорово. Где та девица? Да? А что, твой друг лучше меня, что ли? Не верю. Чувак, ты тоже френда ждешь? Ой, у тебя вместо глаз какие-то шарики. Он косит под чувака из призрака в доспехах. Забыл, как его зовут. Бато, по-моему. Бато-сан. Который такой здоровый. И у него вместо глаз камеры были. Типа глаза апгрейжены. По-моему, его реально Бато звали. Если реально я не ошибаюсь, то... Блин, с памятью пока все в порядке. Беспокоиться не стоит. Рано беспокоиться о памяти. Поехали. Так, стоп. У этих машин тормоза, конечно, вообще жидкие. Так, в общем, ничего, но тормозов у них вообще нет. У грузовых гораздо лучше тормоза. Хотя странно, они же тяжелее. Полчаса жму тормоз, а она не тормозит, подлюка. Тихо, девушка. Ну что ж ты падаешь мне под машину? А ну встань. А ну убежал отсюда, молодчина. Послушная. Я чутка на тротуаре встану. Бляха, я на тротуаре не встал. Я наполовинку на тротуаре. А, слушай, ну как я и обещал, наполовину на тротуаре, все в порядке. Что это? Макс Док. Окей, возьму. На халяву-то чего бы не взять. Че ты так сидишь-то? Некрасиво же. Сет. Че ты мне командуешь-то? Привет бы вначале сказал. You do not look so bad. Ну уж получше тебя. Then, in the car, I doubted you would survive. Ты так переживал обо мне? This about the biochip? That why I'm here? I hear it's damaged beyond repair. Any attempt to extract it would be disastrous. Fatal for you. Vic likes to talk, I guess. Not many could do what he did. You should be thankful. Ну да, молодец он, конечно. Why'd you help me anyway? I needed you to leave. That hasn't changed. Зачем? What do you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Evelyn, what's she to you? She and Yorinobu Arasaka had intimate relations. She knows how to get to him. I've been thinking I ought to have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Why you figure she skipped town? I tried to locate her, but had no success. I suspect she covered her tracks. You said Parker could help you remove the relic. Does she work for a corporation? Я не знаю. Got no clue. Evelyn was knowledgeable about the relic. Had a large chunk of classified info. An enigma to be sure. But she showed that slyness he get in corpo agents. You know the kind. I too possess this slyness you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts, easily. Or have you forgotten? Я пойду мне еще свою жизнь спасать. Is that all? Really should be going. Wait. Что случилось, друг? Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. Looking for justice in Night City. I seek revenge, much more feasible here. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better now. Also, I know no one here.
And I am a fugitive. Нифига у него сколько изменений в теле. Гля, он весь железный, по сути. У него только лицо, что ли, настоящее? Подожди. Руки у него изменены. Офигеть. Горло тоже, шея тоже. Все вообще. Офигеть. So what? We stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. A chip, the relic, is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Politics. Exactly what kind of people are we talking about? People who hold Arasaka dear. It's hot. People interested in the corporation's stable growth. Интересно. You mean people like Anders Hellman? You know this name? How? Prepped for the heist, thoroughly. Relic is Hellman's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful. Besides, Anders Hellman escaped Arasaka. Betrayed it. Но он знает о чипе много. Блин, ну вообще жесть, смотри, у него... Вообще он весь апгрейджен. Ну-ка, ну-ка. Now, Hanako-sama, I would first like to ask you... Fucking Sokka scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. Хер на этого бомжа, садись. Дружище, присаживайся, не кипишуй, не надо, не горячись. Все нормально. Зачем? Ты его еще успеешь убить когда-нибудь, когда он будет не на работе. Last thing we want to do is to draw attention. I'm sorry, a stupid reflex. Thanks for the offer. Need to think about it. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Так в том-то и дело. А зачем Actually, мне уезжать? Talked about some. Создатель должен все о нем знать. Эвелин Паркер. Блин, Эвелин Паркер нормальная тетка, но она же шифруется. Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. I myself spent many days looking for him. He... What's the expression? Dropped off the face of the earth. There's no time to waste, B. Somebody's been busy the last few days. I will not sit and do nothing when there is information to be found. Things to prepare. Your job, basically. It was my job. Defected? Where to? Some other corp poach him? As far as I can tell, he acted alone. A meticulous man. He planned it.
covered his tracks very well. Any idea where he took off to? None. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. He knew both of them well and could be an important witness. Corporal rats will squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place. Oh, a club called Afterlife. I was quickly dismissed by the queen of fixers there, Rogue. Bestia? Приняла вас за пиджака. Mean to say you worked for Saburo, yet got no idea how to talk to the high and mighty. She wished to have nothing to do with the man accused of murdering Saburo Arasaka. Rogue's well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The woman is choosy, expensive, and rude. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka would agree, I'm sure. The Parker woman will not help you. Why are you? I would think about a plan B. Plan V I уже, наверное. I cannot stay here any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends. Call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Хорошо. Till then, I guess. Хорошо. If до встречи, друг. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business. Хорошо, мне вопрос, дружище. Удачи. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. Arasaka's still a despotic machine, and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. Ну чё, мы теперь в приятели? You know, you got some nerve. First you had to kill me, now you want to be my pal. Make like nothing happened. You know you don't gotta speak out loud to talk to me. What do you want? And I've processed some shit, changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back, looked at things. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age. Why should I trust you? Remind me again. Trust me, don't trust me. I don't give a fuck. It's the least of our worries, anyway. You're the ghost of Christmas past, asshole. Any friends you had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What do I say to her? Got a talking brain tumor claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ballsack. Don't need convincing. Seeing your memories, gross. Rogue'll dance to any tune I play or just get us to the afterlife. There is no us. Девица, ты все тут так сидишь. Ну что с тобой? Кто тебя обидел? Тебя бросил твой шоколадный друг. Зачем тебе он нужен? Вон, смотри, сколько белых есть. Желтого найди себе. И вообще никаких проблем нет. Где моя машина? Позвонить Джуди. Джуди Альварес? А кто такая Джуди Альварес? Глянь, я ее не знаю. Прикольный у нее смайл. Здорово. Я тебя узнал. Не, я живой. You're not alone in thinking me dead. Thought it was game over for me too. Things went ass up, huh? Not as planned.
You heard about the heist, I take it. Must have, talked to Evelyn. Didn't need to. Whole damn city's heard. Listen, need to find Evelyn. I really don't want to talk about her. You know where she is? What'd I just say? Drop it. I won't tell you again. Не понял. Не понял. Не понял. Что за херня-то? Опять что ли минус клавиатура? Твою мать. You're my one hope. The only lead I got. I gotta find her. And I know you can help me do that. Who told you I'd want to? Can we meet? Let's meet, please. You at Lizzie's? Позвонить Джуди, да встретиться с Джуди. Окей, Джуди вообще красавица. Смотри, жму вперед, бежит назад. Полная жопа. Что за дерьмо, блин? Может, поедем? Бля, вообще днище. А что происходит-то? We advise Night Citizens to thoroughly consider all transport options to find the safest solution. Thanks for tuning in to WNS News. Stay safe out there, Night City. Ну-ка. Вроде работает. Ну ладно, хорошо, давай. Блин, у этой тачки тоже звук клевый. Почти как у Багги. Так, стоп, 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 стоп. А, есть просто расширение дороги. Ну, понял. Hey, look. Нормально, все. Если уперся, значит нормально встал. Да, смотри, нормально. Вообще отлично припарковался. Где она? Ну, здорово. А что ты дубину-то взяла, алло? Ну, ништяк. А что случилось? I'm looking for Evelyn Parker. Know where I might find her? Used to come around. Haven't seen her in a while, though. Как же так? Need to talk to Punch and Judy. She in her den? Yep. Take the stairs down. I'll let Judy know you're coming. Спасибо, красавица. Just don't let me catch you messing. Ты лучшая. Okay? Да не надо меня выводить, я сам тебя выведу, если надо будет. Start again. What is it you want us to do now? Просто будем спокойные, дружественные отношения поддерживать, и все будет ништяк. Judy's embarrassing herself again. Hey, where are you going? Nothing to see back here. Let it lie. Judy's friend. Чих. Она, значит, меня, друга Джуди, не хочет пускать к Джуди. Ах ты скотина. Yep. Back to the bump and grind. Stop telling every joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? I don't. Must be our rep. Girls need help, they come here. Last time I checked, we weren't running a shelter. Come on, they all deserve a chance. Any one could end up useful. Give it some time. They'll pay for themselves. Pay? Chicks can barely take care of themselves.
Not when their faith down in the mud. But who knows? Could surprise you. I hate surprises. Mm-hmm. Really feeling that sense of community right now. Suze, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Это Сузи? 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 Сузанна Куин? Не разыскивается ничего, обычная тетка. Здравствуй, дорогуша. Это я такой. Thought I made that clear. Or was I just too subtle for you? Да не, он был очень толстый, но мне все равно. Сузи seems to know what she wants. She your boss? You come all this way just to play who's who at the Mox? Да нет, так чуть-чуть. What was that all about? Everyone in this city lives in their own goddamn bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Ну, правильно, а как еще должны жить-то? Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat for your train wreck of a heist? Need to find out who she was working for. That's it? Да, и все. That's it. Judy, you don't need to worry. I won't lay a hand on it. It wouldn't make sense. Fine. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. Sig case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Ага, супер круто, спасибо. Может, еще поговорим о чем-нибудь? Mega Tower. Luxurious. Ну что, еще о чем-нибудь поговорим, а? Красавица-то моя, банда шельм. Ладно, пойду потихоньку, чё? Wait. Чего? Just let me know how she's doing. Конечно, обязательно, детка. Обязательно. I'll give you a call, okay? Thanks. Thank you, V. Видишь, мы ж можем с тобой подружиться, а ты не хотела. Всё ништяк. Я доволен, ты довольна, всем хорошо. Adol. Why am I not surprised? You're an engram in a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we're gonna hit this place, Clouds? Конечно. Why the hell not? А чё, ты против, что ли? Поехали в облака, ёпте, чувак. Кури где хочешь, тебе можно, ты все равно куришь в виртуальном мире. Никто даже не унюхает твой дым. А кстати, очень интересная штука. Надо сгонять к Витьку и посмотреть новые апгрейды, новые импланты. А вы спросите, нахрена? А у нас, между прочим, я скажу, нахрена, репутация 22. А если посмотреть... Если посмотреть вот сюда... нет, не сюда. Или сюда. Подожди, я могу апгрейды в глаза впихнуть? Вот это откровение. Позволяет видеть зону поражения при взрыве ваших гранат. Неинтересно. Превращает урон от всего вашего оружия в несмертельный. Отключает дополнительный урон от попадания в голову. Наводит умное оружие преимущественно на конечности. Неинтересно. Превращает урон от оружия в несмертельный. И зачем оно мне нужно? Смотри-ка, что творится. Три доп. Апгрейда, значит, у нас в глаза... А, у нас просто в глазах апгрейды есть. Есть слот. А в этих апгрейдах слота нету. То есть я вот здесь даже не могу выбрать ничего. То есть нужно к фиксеру ехать. Хоть они уже и куплены заранее. Но тем не менее я ничего не могу сделать. Здорово. Поболтаем. А че я не могу? А, вот. Gonna follow up with your own sermon on responsibility for others? Go on, your high horse is waiting. I'm just curious. One thing I know about curiosity won't get you shit unless you got the fists and the ass to back it up. Дорогуша, зачем тебе белое лицо?
Или желтое лицо. Сама она негритоска. А глянь, лицо. Лицо белое. You know what happened, Evelyn Parker? Why are you asking me? You talked to Judy about her already. А ты откуда знаешь? Sure, but you're the boss. You might know something more. Evelyn jumped the Mox ship a long time ago. And anyone not a Mox is not my damn problem. I'm guessing the club brings in a lot of biz. Pisses its share of cost too. Why? Looking to invest? Может быть. Nah, I'm just admiring your operation. We took over this place way back when. Every day I wake up and wonder how it's still standing. We get by. That's all I'll say. Ну так вообще молодцы. Я вами горжусь. Where do you give the working girls a helping hand? That's ancient history. And like all history, it was pretty damn bloody. What was it? Something about a riot. Joy girl murdered by a tiger claw? Not the first. Just the one that tipped the scales. Folk went ballistic. Streets overflowed with raised fists. Girls, pimps, outcasts, the whole freak show. It's how the Mox got started. But that's old news. We're running a business now, not a charity. Can't help everyone in this city. Gotta take care of our own. Moxes come first. Ну, что поделать? Что есть, то есть, ты права, отчасти. Что это, карты? Ну все, мы поговорили. Спасибо, дорогуша. Была очень содержательная, интересная беседа. Хромантикора, удаление жажды, спасибо. А, это не то, вот карты я хотел забрать. А вот еще что-то, смотри-ка, аптечка. Новый чип, аптечка. Это надо еще прочитать. Проверь, что в аптечке все на месте, плиз. Я вчера объясняла клиенту, что нет, значит нет. После этого пришлось перевязать себе руку, и оказалось, что бинтов там нет. Займешься? Заранее спасибо. Прикол. Бля, вообще. Интересная дама. Forget Evelyn. Admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Да, неплохие. Nobody can hold a candle to Judy. She cuts virtues like they were diamonds. Damn straight. Да она вообще красавица. Да ты тоже ничего, кстати. Пока. Пока. До встречи, детка. О, май, вот это детка. Jet intake. Ну, по-моему, я такую уже смотрел. Двадцатку, чтобы взломать. Ядрить твою налево. Ядрить твою направо. Еще такая же. Подожди. А это как Деламейн тачка, кстати. Как у Деламейна тачка. Ну, ракетницы здесь нет. Чуваки, вы что-то фитнесом занимаетесь? Ну, занимайтесь, занимайтесь. У меня тачка покруче. Ну что, Ви, может газ нажмешь, а? Музыка у нас играет. Добраться до НТВ, хотел сказать. На башне H8. Кстати, у нас старичек. А, стоп. А при чем тут старички? Кукольный домик. Добраться до мегабашни и на перепути... Значит, будешь искать тёлку, которая начала этот цирк? А все потому, что некому было тебе объяснять, насколько тупо брать такие заказы? С другой стороны, теперь я здесь. А толку-то? Я уверен, что этот след ведет в тупик. Но до тебя же хер достучишься. Может, у Эвелин это получится. Она очень сильно не хочет... Чтобы ее нашли, судя по всему. Ага, а это что? Добраться до посмертия. Хочешь выследить Хельмана? У нас либо Хельман, либо... Эвелин. Так, стоп. Карта. Первым делом, ребятки, нам надо к Витьку заскочить. Хотим найти Витька. Витек возле дома. Квартира. Рипер. Вот здесь Витек. Витек недалеко от квартиры живет. Да? Вот здесь. Почтамат. Карта Таро. Здесь нужно просканировать граффити и найти карту Таро. Серьезно? Погнали вот сюда. Сейчас.
сейчас сгоняем к Витьку. Посмотрим, какие у нас апгрейды открылись. Должны были открыться очень крутые апгрейды. Блин, ну что ж с тормозами у этой тачки? Либо ее плохо оптимизировали, либо... Деламейн, здорово. Дел? Вирус в моем коре. Damaged. Please. Please. Бля, Деламейну стало плохо. Ну это ж наш кореш, как мы ему можем отказать? Правда, он убил моего кореша, не стал его довозить до клиники. Ублюдок. Но с другой стороны, ну как можно? Как можно при... Так, ребятки. О, все наладилось. О, смотри-ка. Смотри-ка. Тигриные когти. Хераки. Почему бы... Офигеть. Все во всех стреляют. Твою мить. А в меня-то за что стреляете, а? В меня, ребятки, стрелять не надо. Во, сюда сработало, смотри-ка. Очень странно. В подсети вот этих чуваков больше никого нет. Че, восстанавливается у меня дека, нет? Да, ништяк, восстанавливается. У него электроурон был, да? Пистоль просто бомбический. Юнити. Что это у них за юнити такой?
Что у них за такой Unity? Unity. Ну-ка, по типу. Давай по типу. Одинаковый Unity. Unity 103, Unity 129. Нет, Unity 129 и Unity 103. Я, походу, сейчас 103 взял, а 129 у меня был. 47, 37, 103, 129. Да. Вот это мы перерабатываем. Окей. Все в порядке. Ну, револьвер просто бомба. Просто космическая вещь. Сохраняемся. Тоже Unity? Ох, тоже Unity. И тоже дрищавый, отстойный Unity. Ну, по крайней мере, на запчасти разобрать. Слушай, пойдет. На запчасти мне пойдет. Окей. Какой у меня, кстати, уровень? 13 тысяч только. До 18 уровня, чтобы я мог свой... Чао. Чувак! Тебе жрать поменьше надо. Текилу он хлещет. Джунки, не джунки. Джунки перед джунки. Человеки где? Человеков нету? Нету, смотри-ка. Чувак, нейлоновый пиджак. Блин, дорогая вещь, конечно, но я не хочу. Она абсолютно бестолковая. Нейлоновый пиджак. 137. На материал разберем. Бабки бабками. Мы, в принципе, бабки при взломе терминалов сейчас получаем. Unity, 103, глянь, у них тут у всех Unity, по 103 у всех урон. Отстой. Отстой! Позорники, как таким можно пользоваться? Берите пример с настоящего специалиста, с Ви. Опа. Опа-жопа, Наваки, мазафаки. Возьму чисто тоже на разборку. Хотя мы сейчас по типу наваки разберем быстренько. Так, наваки. У меня три наваки есть. 138, 138. Без улучшений. 138 это физический 35, физический 28, термический 27. Физический. Тебя мы разбираем. Вот это наваки оставим. Хотя, в принципе, термический, физический. Оу! Ай, ладно. Не будем копить это говно. Оно нам ни к чему. Оставим хороший. Остальное нам не нужно. Так, чувак, может тебя унести куда-нибудь? Жиробасина ты эдакая. Полежи-ка со своим другом. Позднее время? Чего? Здоровье, поддержка. Позднее время суток. Крутотища. Чувак, ты живой? Или ты труп? Или ты живой труп? Хотя какая разница мне, живой труп, мертвый труп. Иди отсюда. Не мешайте мне работать. Мне к Витьку надо. Да что ж такое? Зло побольше назад ехать. Во, ништяк. Ребятки, что ж вы под колеса-то вылазите? Да мать твою, что ж такое? Кто это такой? Нетранер. И что это за нетранер? Блядство какое-то. Полиция. Почему я его хакнуть не могу? Или я его могу хакнуть только... Бля, смотри, что творится. Ну
Ладно, если он не хочет по-хорошему, будем играть по-плохому. И, в принципе, у меня есть очень такой весомый аргумент против этого чувака. Называется он Ашура. Апгрейженная Ашура. Ашура, наша Ашура, с ней все хорошо. Твою мать! Did I tell you no? The Arasakas are no ordinary clan. They're not even human. Здоровенькие булы. Здорово. Здорово, Мисти. Эти карты тебе Джеки подарил. Как бизнес? Как дела? How's it going, Misty? You all right? I think so. Not easy, you know, putting my life back together without him. And you? I mean, you too? It's weird, but I think we're starting to see eye to eye. I had a feeling it'd work out. It's hard not to get along with you, V. Я да, я такой. Jackie gave you these cards, right? I remember when he asked me to help him pick the right deck. Mm-hmm. He picked just the thing for me, too. I feel a real connection to this deck. We could lay out a spread for you now, if you like. Да, давай, не вопрос. Yeah. Why the hell not? Чего они мне скажут? Focus on the recent past and what you expect the Hermit. In solitude, he discovers the truth about himself and the world. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you or someone who shows you kindness. Я карт не вижу, что за глюк? Watch out. A reversed Hierophant lurks in the darkness. He brings crisis, both in life and authority, rebellion and fanaticism. He is a grave threat. Серьезно? The devil reversed. You will find yourself under the influence of powerful people with unclear motives. Be very careful. Четверочку, да? The tower. You and everyone around you will experience a great shock. When the tower falls, nothing will be the same again. Мисти, почему ты невидимые карты разложила? Спасибо за предупреждение. Как же не понимать-то, что ж такое-то? Спасибо. Хорошего тебе дня. Витёк! Витёк! Ну что там у тебя нового, Витёк? Покажи мне. Got a few questions about Silverhand and this chip. I'm no expert, but fire away. See what I can do. How's it even possible, seeing him? Well, that biochip is designed for users to communicate with constructs. It's just doing its job. So I got Arasaka to thank. You know, I wager you have the lowest net worth of any relic owner out there. Нищеброд проклятый с самым дорогим чипом на планете. Tried to flatline me. Johnny did. What? What can I do to suppress him? You know, avoid my murder. Well, long as you don't give him control, can't do too much harm. Of course, that won't necessarily be possible after some time. And what then? What do you say we don't let things get that far? Find a way to get rid of Silverhand and fast. Ну ладно, это лучший вариант, конечно. Why am I reliving Johnny's memories? You two share a brain now. He has access to your senses, perceptions, even some memories.
Likewise, you've got a glimpse into his. After a while, won't even know whose is whose. Охренеть! Ну-ка, давай-ка обновим. I was thinking about swapping some chrome. You got any new toys? Have a look. Давай посмотрим. На 20 уровне репутации должны были появиться лучше. Ноги, руки, все ноги, ладони и не ладони. Смотри, сколько всего. Имеется. Баллистический сопроцессор эпический. И цены у них эпические. Повышает вероятность рикошетного пристрела, увеличивает число рикошетов на 1. И стандартного оружия. Увеличивает число рикошетов на 1. То есть тю-тю. А там просто тю и все. Прикольно. То есть от двух стен может отрикошечивать. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Понятно. Смарт-линк. А, ну вот это вот у нас и есть смарт-линк. Позволяет устанавливать модуль отслеживания на умное оружие. Связывает оптический имплант с системой оружия, позволяет отслеживать его состояние в реальном времени. Да, а это у нас что? Блин, дорогие они какие, просто... смарт-линк легендарный. Позволяет установить модуль отслеживания на умное оружие, повышает вероятность попадания умных пуль на 15% и увеличивает критический урон на 25%. Офигеть, я вот эту херню хочу, боже. Хочу эту херню. А зенки новые есть? О, есть зенки с тремя апгрейдами. Вах-ха-ха. Ты смотри, что здесь. А, операционки новые. Стивенсон. А у нас какая сейчас? Байодайн. Это у нас в наличии, да? Милитек Паралайн. Для новичков есть что-нибудь эдакое? Вот это вот с 5 слотами, конечно, вообще просто бомба. На это у нас денег не хватает. А чем она такая крутая? Замедляет время на 25 на 16 секунд, время восстановляет 30 секунд. Чтобы включить, нажмите Е. Увеличивает урон на 15, когда действует Сандевистан. Повышает вероятность критического попадания на 15%, когда действует Сандевистан. И всего 3 ячейки. Ну я что-то вообще не понимаю, а в чем фишка, почему она столько стоит? Мурберсерк? Берсерк. Слушай, она, кстати, доступна вообще за бесплатно, просто у нас силы не хватает. Тетратроник. Базовый объем памяти 6, блин, у меня 9. Базовый объем буфера 6, у меня 6 тоже. И 4 ячейки. Вот эта вещь. А, она хуже. Смотри, базовый объем памяти 8, размер буфера 7. И 5 ячеек. Позволяет определять скрипты... Отправлять скрипты и ускоряет восстановление скриптов на 45, а у нас ускоряет восполнение памяти кибердеки на 3 единицы в секунду, продлевает действие боевых скриптов на 40%, ускоряет восстановление скриптов на 45, но никакого ускорения восстановления памяти у нее нет. И в чем фишка? И чем она вот лучше, прям вот лучше? Если честно, я даже не понял. Здесь что у нас? Генератор микровибрации увеличит базовый урон от оружия ближнего боя. Увеличит базовый урон от ближнего боя. Иммунная система, ничего нет. Здесь у нас есть цепь обратной связи, микрогенератор, стимулятор адреналина и инжектор с тирозином. Продлевает взлом протокола на 100. Но пока не актуально. Мгновенно восстанавливает 10% выносливости при обезвреживании врага. Когда у вас остается менее 15% здоровья, выпускает разряд тока, наносящий урон, равный 20% запаса здоровья выбранного врага. А вообще мне бы поставить мгновенно восстанавливать 3% здоровья, когда вы разряжаете полностью заряженное оружие. То есть, короче, магазин расстрелял, у тебя 3% здоровья восстановилось. Вот эта вещь, кровяной насос, просто бомбическая штука. Но ее придется на слот за как сказать-то, господи, биндить, короче, на кнопку, на которую мы бросаем гранаты. Нервная система. Что у нас здесь? Керезников. Что он дает? Целиться и стрелять во время уклонения. Понятно. Что у нас по коже? Увеличивает броню. Показатель на 90. Увеличивает показатель брони на 20. Тю, так...
дает невосприимчивость к поражению током. Вот это вообще вещь. Техника двенашку. Такого пока у меня нет. Нервная система, иммунная система, кровеносная система посмотрели. Глаза посмотрели, скелет посмотрели. Да. Ладони посмотрели, теперь ручище. Система запуска снарядов, 15. Моноструна. Этот имплант накапливает заряд, когда не используется. Удары, заряженные моноструной, наносят дополнительный урон, зависящий от уровня заряда. Уровень заряда и дополнительный урон уменьшаются с каждым последующим ударом. А что за моноструна? Типа хлыст, что ли? Позволяет моноструне наносить физический урон и расчленять врагов одним ударом. Но это получается типа хлыста какого-то. Это клинки богомола. Эти импланты позволяют рассекать врагов быстрым смертоносным взмахом рук. Также благодаря им можно быстро оказаться рядом с врагом и нанести ему большой урон. Для этого нажмите и отпустите левую кнопку мыши. Позволяет клинком богомола наносить физический урон и с повышенной вероятностью расчленить врага. Наиболее эффективен в бою 1 на 1. 128, физический урон 69, скорость атаки 2, вероятность кровотечения 10. Руки гориллы. Ну, забавно, конечно. Эти протезы накапливают заряд при каждой атаке. При сильной атаке они наносят дополнительный урон, зависящий от уровня заряда. Руки гориллы также позволяют вытаскивать пулеметы из турелей и отрывать запертые двери. Ага, и прокачивать не надо силу. Смотри, можно просто отрывать нахер все, что попало. Прикольно. Система запуска снарядов. Это оружие позволяет выпускать мощные снаряды, наносить урон разных видов, вызывать взрывы и накладывать отрицательные эффекты. В общем, создавать хаос на поле боя. Взрываются при контакте и наносят большой физический урон врагам в области действия. Усиленные выстрелы увеличивают урон, расширяя область взрыва и повышают вероятность расчленения врагов, эффективны против групп. Офигеть! Слушай, надо сохраниться, короче, и попробовать все. А ноги у нас что тут? А на ноги у нас не хватит. Укрепленные сухожилия, чтобы совершить двойной прыжок. И зажмите, чтобы накопить силы для прыжка, и отпустите, чтобы прыгнуть. Укрепленные лодыжки. А ног ног этого кузнечика у нас чего-то нема. В лобной доле две новых появилось, да? Подожди, а почему так всего две? Их же тут целый пакет был, просто гора. Слушай, это, по ходу дела, у разных риперов разные фишки. Чувак, давай-ка я сохранюсь. И сохранюсь даже вот таким вот макаром. Блин, и попробуем мы все эти импланты, друзья, в следующей серии. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Включайте все уведомления, пишите свои комментарии, ставьте лайки. И мы с вами увидимся в следующих сериях прохождения игры Cyberpunk 2077, других прохождениях, а также на канале в разделе плейлистов и сообщества. Всем удачи и до встречи!